Так, а где у нас трепушка, которую мы подкладывали? Ты возьми между этими. Нет, вот знаешь что? Вот, вот кто не победил, то тут. А, меня сейчас зовут. Да, бизнес. И тяпочку. Угу. Один. Так. Нет, мне на нее ставь. Надо мы там. Там вот просто личное вот. Это. Вот. Да. И вот, то, что... сейчас. Да. Да. Да, вместе сейчас запахаем и. Аккуратно. И пообщаемся с тобой. Вот. Мне короче предлагает бизнес. Ебать, я тупая. Вот. И все хуйно. Да, нормально. Делать-то вообще нечего. Вообще скучно. В четверг вечером делать нечего. Че ты? Ну че ты? Да снега. Привет. 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 Мне голос что-то теряется. Привет. Все жестко. Угу. Привет. Заебали эти натуралки. Кому что? Че? А, да. Че там? Да, мы нормально, только скучно, капец. Очень. Ну. Я тебя бум. Нет, ты меня не бум. И я надеюсь, не меня. Нет, не меня. Ну да. Тоже верно. Что, у нас еще трёха дать? Ой, блядь. О. Шикарно у вас. Ну, да, тебя. Меня. О, боже, нет. Господи. Я, короче, она вся бордовая, вся в царапинах и вся в укусах. У меня фотка есть. Радость. Бля, сейчас покажу. Поцелуешь, да? Угу. Шляп-шляп. И я тебя. А как там песня? Угу. Я буду тебя шляпать. Шляп-ш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 ляп
сказки пока что. Там, ну, хай у нас еще закуси осталось. Получается. И это. Ну, короче, делали вроде бы массаж. Песня, боже мой. Капец. Чего? Не знаю. Вот так вот, короче. Сегодня пятница. Улица развратница. Ну, кого что? Ну, забыла запить вообще. По тебе видно. Угу. Прям какие красивые. Какая спасибо. Прелесть. Спасибо. Вот тут уже и чудовище назвали. Литвин, да. Я приеду либо в субботу, либо в воскресенье. Но в воскресенье я буду занята. Big Russian чё? Всю ночь буду занята. А, это мой номер. What? Что? Что? Пардон. Привет. Тогда буду занята, возможно, утром так можно будет встретиться. Чё, мой номер? Чё за хуйня? Ебанутые, блядь. Ну ты молодец. Я общаюсь вообще. Я знаю ваш номер, ваш общий, типа, знаешь, типа, мы тут это. Ну ладно. Завтра номер. Привет. Сережка крутая. Спасибо. А то все засирают ее. А у меня нету. Вы двое красивые, ты писала. Спасибо. А может, блинка лучше? Жесть, блядь, это же хуёво, пиздец. Сама Женка просто... Всё, я к вам еду. Выезжай. Вы такие секси. Поздно вас встретить. Измена быть, это есть быть измена. Можно вообще пойти гулять. Так-то да. По Красноярску. Просто погулять. Да. Да, бессонница. Зачем? Я вот к ней в гости приехала, в Красноярск. Да. Я тут вот живу. Опять на столбы, что ли? Ясно, все. Серьезно? Сколько можно? Если это было раз, то это повторится еще один раз. Всяко. Сейчас на столбы, серьезно? Кто рядом?
кто рядом. Смотря где. А там, там девочка, она, ну, базарит с кем-то. На столбах бухает. На столбах бухает. Где губы сделала? Что? Я не делала губы, и она тоже. И я, нет, нет, это наши собственные. Мы такие. Я Даша. Марина. Сейчас бы губы сделать. Да, для дах нет, лучше не стоит. Это так больно. Я один раз делала, нет, спасибо. Ой, капец. Боль такая жесткая, это просто жесть. Забухать я задашь, потом вас обратно тащить. Что? Пельсинг охуительно конкретно. О, спасибо. Нахуй всё, блядь, серьезно. Пельсинг заценили, просто обычно обсирают. Мне очень приятно. Господи. Наташа Квен мем Мари Зо Кве Руссо. Ладно, мы не понимаем. Ах. Здорово. Привет. Чао. Йоу. Чао. Адью. Отличные дела. Моя футболка, да? Ну. Я так не понимаю, я не вижу. Вы девственница? Я да. Да, целки. Пока. Ничего себе. Нам-то всего лишь 17 лет. Блондинке мужик нужен. Мне 27. Блондинке мужик нужен. А мне? Серьезно? Да хуя. Блядь, я тоже хочу. А я что, на блондинку не схожу, что ли? Ну ты с ними там договорись. Но сейчас нет. Невидимка в парке стоит за вами. Да. Что видим мы, что видит вас, есть только сон. И сон внутри другого сна. Что? Света бьет. Света бьет. Да? Гаслин набрал Дашу, ее номер. Посмотрим, посмотрим. Хотите девственницы лишиться? Да без базара. Ты хочешь меня лишиться? Нормально. Нет, она меня лишаться не хочет. Сейчас бы девственницы лишиться. А? Не забыла или 70? Блядь. Не, у нас была пиздатая. Как зовут-то хоть? Маша? Что он сказал? Как зовут-то? Ну, типа, вино и забыла или портвейн. Портфель. Алина, 22 года. Ну, шутка, минутка. Ага. Лисунку. Ладно, шампанское. 40 тысяч на спину девственность. Покажи трусики. Хуюсики. Ну, это, с кем я ее на номер, если я позвоню. Орешки. Да. Орешки и ушки. И сухарики. Уши вообще просто замечательные. Кавказские. Ага. От всех кавказцев отрезали? Шурыгина узнала. Несите ванну, я теку, да? О, спасибо. Ну, спасибо. Сейчас лишу вас девственности. Да, слышь, ты там девственник ебаных заебала. Тут я шурую нахуй. Тогда с пивком сидим. Что нам еще делать? Угу. Сегодня тут я... Че? Что? Это я, диджей Умабеков. Джумабеков. Да, очень прям вот угадала, ага. Что? Я очень похуя. Как так-то? Я ж покраснела, блядь, всё. Да, серьезно, ты покраснела? Вонючки. Диджей. Охуеть. Привет. Привет. Русская. Привет. Пиздец, еще раз фамилию мою кто-нибудь назовет, нахуй, тут я охуею вообще. Мистическую историю? Короче, в
Крыму один раз ездила с папой на рыбалку, на запретную зону, вот. Узнала? Да я не узнала, подожди, стой, я не узнала, нет.